Сегодня в Боярке, в кафе А1, была презентация фильма, который сделала студия «Стоп-кадр». Вот, здесь собрались музыканты, друзья детства Руслана Горобца. Была презентация фильма о Руслане Горобце, его концерта. Вот, так что заказывайте, будем снимать любые торжества, мероприятия, начиная от рождения детей и кончая любыми днями рождения, 60-ти, 70-летние и 100-летние тоже. Свадьбы, видеоклипы, все можно снимать, все можно делать. Есть у нас хорошее оборудование, есть кран, вот, есть беспилотник, есть 3-4 видеооператора. Все можно сделать. Благодарим всех, что пришли. Люди прочувствовали, поддержали нас. Мы помолодели лет на 30. Все вместе. Общение должно быть всегда. И мы сделали замечательный, классный проект. Руслан нас всех объединил. Есть только мы. Да здравствует наш Мишка, самый оперативный оператор в мире! Каждой семье. Я живу в каждой семье. Каждой семье. Прижился. А мы сделаем вот так. Медов. Может быть, еще просматривается туда? И в радости и в горе. Но только не струсил, не носил, не носил, но землю свою найдет. Напрасно наши бури бугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться нам стоит и доли, в сущности буря пустя. Буря лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо труднее не сыпаться со скуки и выдержать молнии сти. Я пью до дна, а вот мой море. Затем, кому любит волна, затем, кому повезет, если цель одна. И в радости, и в горе, но тот, кто не струсил и осел не бросил, то землю свою найдет.